Мощный взрыв прогремел в Багдаде. В результате 7 человек погибли, 18 ранены. По данным полицейских, машина взлетела на воздух в одном из районов города, населенных преимущественно шиитами. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, по мнению местных властей, за вылазкой могут стоять боевики группировки «Исламское государство». Отмечу, армия Ирака продолжает свои наступательные действия по позициям террористов. Накануне правительственные силы им удалось освободить город Аль-Алам, расположенный неподалеку от Тикрита.